Воскресный тур по Молдавии. Мы еще на поселке. С детьми. Стартуем на поселке Котовского. Финишируем на поселке Котовского. Время чек. 7 часов 50 минут. Будем информировать о прохождении трассы. Точках фиксации. Сережа, не делай мне нервы, я тебя прошу. Репортаж будет подробный, особенно в точках дегустирования молдавского вина. Папа перестанет снимать, надо включать записи, пауза, чтобы успокаивался. Гестер, ты шо, бабуля? Откуда я знаю, что это Гестер? Посмотрите, как красиво. Боже, какой шикарный. Я хочу вот, на Днестр надо приехать половить рыбу. Забор мешает. Прям на каждом столбе это мешало. Не, в одном селе было много. Да-да-да-да. Стройка такая. Да новые будут у них здесь стоять, наверное, емкости. Здесь их сюда просто привезли. А хотя можно. Стой. Мы за вином! Мы за вином! Пожалуйста, милый псёк! Спасибо! Такие бункеры. Ого-го-го. Такие сосны. Народу. Много. Это 10 утра, ё-моё. Много людей.
Да, окно закрыть надо. Как у вас это получается? Как у вас не получается, так у нас получается. Винный тур начинается. Мы прибыли в первую точку нашей сегодняшней поездки. Фуркари, винодельня. Начинаем знакомиться, начинаем снимать.
Мы сели, ждем вина. Меня в счет не берут. Говорят, мне не положено. А то я им всю винодельню испорчу. Мы взяли 4 бокала. И мы будем чем-то закусывать? Нет. Я все равно посмотрю, что тут есть. Спасибо. А плацинка у вас есть? Да. А с чем? Бразилия, картошка. И? Картошка, а потом фрукты? Нет. Бразилия первого. Картошка. Картошка. Я ничего не понимаю. Сладкая плацента с яблоком, тыквой и вишней. А, это не приятно, наверное. Нет? А, с капустой, творогом и картофелем. Спасибо. Ну, маленькая или большая шардоне? Большая. Вообще-то я подумал, если что, еще возьмем, да? Селочки, конечно. Хочешь таблеек. Ну, это нормально.